Ladies and gentlemen, in a few minutes, Sri Tanjung will arrive in Probolinggo. To all passengers who ended the trip in Probolinggo, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services, and see you on the next trip. Мы приехали в Пробалинго, встретили дядю Шердеса. Он дал нам вот такой крутой байк, настоящий горный. Завтра вам покажу. И нам ехать 24 километра вверх к нашему отелю. Мы поднялись вверх, а тут начался сильный дождь. Поэтому мы сделали привал вот в таком интересном месте. Ждем, пока перестанет дождь, и нам еще ехать 15 километров. Поднялись на высоту, говорят, где-то 2800 метров. Здесь холодина страшная. Я не взял верхней одежды, но надеюсь, что будет потеплее завтра. Солнышко выйдет. Мы ехали по дороге через туман, через лужи, и все брызгало в лицо, на ноги, все штаны мокрые. В общем, впечатления такие, это поездка через облака. Добрались, сейчас будем спать. У нас где-то 8 вечера. Yang pertama dari jalur yang kita lalui. View pertama menuju, setelah itu ada lagi King Kong Hill. Мы едем вот на ту вершину, видно вам? 4 километра осталось. Проехали 12 сумасшедших километров. Первые 3 километра ехали по песку. 2 раза чуть не упали. 1 раз упали. Но мы ехали очень медленно. Я бы быстрее шел наверняка. Но потом началась хорошая дорога с такими резкими подъемами. Мы ехали в тумане. Видимость была просто нулевая. Мы поднялись на гору. Как раз успели к рассвету. Мы ехали через этот густой туман. Представляете, как холодно ехать на скорости, когда все летит в глаза и не видно просто на вытянутой руке, куда ехать. Но мы живы, мы это сделали. Наслаждаемся видом. Отличное место с рассветом и очень много людей. Еще раз. Еще холодно, да, но уже вышло солнце, начинает согревать. Утром было очень тяжело делать на самом деле видео, потому что я был занят выживанием. Сейчас мы перекусили, жизнь налаживается, встает тепло, ветер по-прежнему холодный. Люди, как видите, отсюда все пропали.
после рассвета все разбрелись. Вот. У нас еще много точек на карте, которые нужно посетить. Но это должна быть самая красивая точка, откуда все видно. Все именно горы, вулканы. Сейчас мы будем направляться по дороге прямо к Брому. И у нас есть цель подняться на сам вулкан. Дорога извилистая, но у нас классный мост. По таким дорогам серпантином надо мощность. Виды красивые, ветер холодный. Все холодно. Спустились пониже. Видите, внизу маленькие точки, это все машины. Решили остановиться, посмотреть на этот вулкан. Пепел, правда? Песок, непонятно что. Очень интересно. Как пустыня. И джипы ездят, пылят.
едем мы не быстро. Пыль такая стоит. Разбираемся с парковкой 5000. Дальше будем подниматься пешком. Столько иностранцев здесь. Окей. Мы идем дальше. Вверх. Мы самые неподготовленные путешественники. Но мы находим выход с любых ситуаций. Не было одежды. Завернулись одеялом с хостела. Сейчас у нас осталось очень мало воды. Будем делиться. Очень уж здесь пыльно. Но что поделать. Мои hiking shoes. Виды красивые. А тут в Индонезии такой прикол, что всегда за всем доплатить. Вот сейчас сюда поднимаешься наверх по ступенькам. Они тебя останавливают и говорят: а вход 50 тысяч. Вот так. Всегда. Здесь происходило что-то интересное. Здесь больше организовано дорожное движение, чем на дорогах. Люди культурно ждут, поднимаются только по левой стороне. Мы добрались наверх, прямо к кратеру вулкана. Здесь есть такая интересная дорожка. Вот такая. А тут прям обрыв. И тут прям обрыв. То, что мне нравится в Индонезии, вот взять, например, это место, или ту пещеру, где мы были, или даже вот эту дорогу, по которой мы ехали. Здесь все абсолютно не оборудовано. Лазь где хочешь. Если бы это было где-то в Европе, здесь бы везде стояли заборы, ограждения, и бабушки еще секьюрити стояли, говорили: ну-ну-ну, нельзя проходить. А вот мы зашли, смотрите, куда. И я
я думаю, если очень захотеть, можно даже обойти по кругу. Красивейшее место. Очень необычное. Газы. Иногда такой запах. Часто вижу, что бензин продают просто в бутылках. Теперь мы едем к водопаду. 21 километр до него добираться. Такие
водопадами у нас не получилось, поэтому мы вернулись на свою высоту. Походим, посмотрим, как живут местные. Вот так местные пьют чай. Или иностранцам, приезжим так его дают. А, вот так они ездят на мопедах. Этот район, мне кажется, специализируется на капусте, потому что я видел очень много полей, где выращивают капусту и лук, потому что я его занюхал пару раз. Вот и у нас начинает греметь, но мы хотя бы недалеко от дома, и солнце у нас светит. Футболисты. Сразу вся жизнь. Хата интересная. Болото. Аж куда забрался? Петушок. Hello. Ездили на вулкан, прошлись по огороду, поищем зверей местных. Я видел лошадей, быка, коров. Пахнет здесь коровкой и выхлопными газами от вот этих вот брррр. Выехали мы опять на это поле, поднялся сильный ветер, песок метет, настоящая пустыня. Мы едем дальше кататься, путешествовать. Решили остановиться, посмотреть на вот эти прекрасные горы. Очень красиво. Песок метет везде. Фух, глаза на зубах скрипит. Зато нам весело. Смотрите, как люди гоняют. Оттуда мы приехали. Фу, опять поднимаемся на высоту. Фу, вот так уши закладывает. Да, и встает прохладно опять. Ой, конечно, красиво здесь, но не просто из-за холода, высоты. Уши просто я не могу отойти.
мы, наверное, очень быстро поднимаемся на высоту. Гоняют. Забрались еще выше. Видно много маленьких мотоциклов. Мы тоже там ехали, да. Добрались. 15 000 вход. Hello. Да, мы вверху, и нам надо жух, аж вот туда пройти. Around 20 minutes. 20 минут. Yeah, we can go first. Мы бежим, потому что нам нужно успеть до темна вернуться домой. Опа! Красота. Водопад слышно? Или у меня в ушах шумит? This would be nice. Mm-hmm. I hope. Интересно, у них строят? It's waterfall. Хо-хо! Красота! Брызги аж сюда летят. Теперь я вижу, что можно подойти ближе. Попробуем. Мокрый. Буду отсюда выбираться.
по болотцу. Какая красотень, посмотрите на это. Чобан, waterfall. Чабан. Чобан, waterfall. Чабан, чабан. Эртуджун, чабан. Чабан. Эртуджун – это по-индонезийски будет водопад. Это же невероятно. И это вся природа вокруг. They are talking about sometime in this waterfall they have like something rainbow. Rainbow. Когда солнце сюда падает, да, это надо днем приезжать в обед. Смотрите, какая растительность по кругу. И брызги летят. Пришли еще туристы с детками. Мы пока ездили, я вижу, что люди детей поднимают везде. Маленьких, очень маленьких детей. Как у нас в школе, по 2 года. Они их поднимают на эти горы. Зачем? И вот сюда привезли. Ну ладно, это еще можно понять. Но на мотоциклах вот это ехать по всем этим серпантинам, я до сих пор не отошел, у меня уши заложены. Очень красивое место. Мы идем домой. Идем наверх, точнее, к нашему мотоциклу. Потому что нам надо до темна вернуться. Ехать назад еще 19 километров. По вот тому большому полю с песком. Его называют Сэндси. Мы ехали в тени этой большой горы. Было прохладно. Сейчас тоже, впрочем, не очень тепло. О, байкеры. Солнце, кажется, заходит за горизонт, за гору. Очень быстро заходит. Нужно догонять.